Сначала глава края посетил санаторий Лаба. Ему показали открытый бассейн с термальной водой, цех по разливу минеральной воды и лимонадов, кабинеты озонотерапии, физиотерапии, электрогрязелечения. Вениамин Кондратьев пообщался с пациентами, которые приезжают сюда со всего края и из различных городов страны. По мнению губернатора, важно сохранить соответствие цены и качества лечения, чтобы возможность отдохнуть в Лабе была у большого количества людей. После объезда глава региона провел встречу с активом района.